Промоутер Усика удивил боксера подарком ко дню рождения. Александр Красюк поздравил Усика с днем рождения. В четверг, 18 января, в Киеве состоялась пресс-конференция Александра Усика, посвященная предстоящему бою против Майриса Бриедиса в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии WBSS. Вместе с боксером на встрече с журналистами присутствовали его тренер Сергей Ватаманюк и генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк. Последний воспользовался случаем и поздравил боксера с днем рождения, который Усик отметил 17 января. Поздравление оказалось необычным. Красюк пригласил участника украинского талант-шоу Дениса Детенюка, который на глазах у всех буквально за несколько минут нарисовал портрет боксера. Ранее сообщалось, что Александр Усик рассказал о предстоящем поединке против Бриедиса, а также поделился впечатлением о своем сопернике. Напомним, объединительный поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.